На чехласке отельным бафом всем купить. Чего бафать? Я вместе с этим, с Изабеллой буду бафать сказки, а тут голые кулаки, это Элен на МП5. Сейчас, секундочку, у меня тут какой-то рев непонятный, сейчас. Маги, дайте столик, пожалуйста. Давайте посмотрим всех. Какой-то дебил за мной. Я сейчас, секунду, погоди. Стрелу возьму. Если серба ставьте. Так, я пока выйду еще с инста тогда. Куплю риги. Давайте баф. Кому еще не хватает, пишите. Рыба есть у кого? Поставьте еще маги столик. Столик есть. Можете взять. Вон рыба есть, хавайте. Я знаю, что сидел сейчас. Пускай люди похавают, не все поели. Он даже 200. Так, муравин, ты 4 стака выдержишь? Умеешь прожиматься там? Никого знаю. Ну, прожмусь. Но я тебе, если что, каплю кину. Два танка пойдем. Тем более обычка, я думаю, мы сейчас кусары убьем. Три хила. Давайте чек на баф на готовность. Так, кобылица. Да, я запущу уже. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом месте вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Если что, Муравинт, ты будешь танчить правого, я левого. А кто у нас мейн танк? Муравинт. Который направится в цитадель. Вот звезда. Он мейн танк. ДД, раздавись по сторонам. В центре хилл. Да, вы что-то слишком все скучно стоите и рассосите. А центр можете рассосаться. По всей площадке. Ну, хилл еще, ладно. Наше время, паладин. В лужах только не стоит бегать. В лужах не стоит. Шпай слишком близко, слишком болится. Тебя сейчас может кастроваться. Отойди лучше подальше. А, нет. Стой. Так. Давай еще один стак. Даю тебе каплю. Забери. Давай я лучше дотанчу. Все, даю тебе боб. Ты танчишь правого или левого? Далеко правого не уводи, все бьем левого, гердаем, как только же вылезет левый. Слышали, все левого бьем, не правого. Сосно, блин, пожалуйста, бей. Там. Это твой все, чтобы дать. Так. Меня на пол дайте. Гер дайте. Рейндж, словите, а ДД, все зелеными станете, сдохните. Далеко не уводи БДК. В одного сейчас я заберу. Мили, сбегай.
Иди там, меня хил, меня хил. Я двоих танчу. Добивайте уже. Где, кстати? Я шаман Гер, кстати, не вижу. Где она? Нам на ману спойте. Убивайте уже его. Раса сейчас любит. Уже Геру было поздно давать. Надо было исполнивать. Танчим уровень, это твой. Это рассоситесь с красными дебафами. А он уже сюда рвал. Блять, официальная тактика очень простая. Одновременно этих дураков убивать. Не знаю, что вы не используете. Да, это долго. Нихуя это недолго, блять. Надо подождать. Более так часто будет он тогда этот кастовать зеленый. И что? Ну блин, мы как бы трехила идем, может мало ли вы не закинете. Там на рейндж встают и все. Бейте. Мы если что будем верплу сидеть. Я на тебя добычу ставить не буду. Там все убьем. Убивайте его и запускайте босса. Че вам надо, не те, что вам не надо, не отказывайтесь, либо их спалять. Восполняйте там ману, хилы и РД, да? Благодарю, Верховный Лорд! А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя... 15 секунд до боя. Магия. Вы, если что, воруете у него стаки. Два мага. Я думаю, этого хватит. Прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Харацус, эретарский повелитель пламенного легиона. Каст. Бабычки, если что, рта не забиваются, так что можете не переключаться. Туголы, бабл, либо беги. Я забыл хилить.
Тщеславие, беги. Тщеславие, беги. Тщеславие, беги. Будет скильц. И хор там бьи. Убивайте уже этого босса. Хоит хит себя сам и дохит его до конца. Так, отойдите там отсюда. Сейчас я буду запускать. Там Макгрегор спектится в ВДК. Сейчас, подожди, глянем, кто там. Может, даже не надо будет. Ховар, отойди подальше. Там еще чемпионы вылазить будут. Вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Антихан, ты еще что будешь дисплеить массово? А кобылица будешь дисплеить точечно, Локи там тоже своих петов там на диспо выставьте, пожалуйста. Так, я возьму. Да, тебя слышно, я возьму на себя звезду. Ты бы ДК возьмешь на себя кружочек. Хотя я, может, двоих оттяну, там ДК. Тогда слышишь этот, как его? Моровинт, возьми, пожалуйста, звезду на себя, я там двоих возьму. Они как раз близко. Вот я возьму кружочек и ромби. Так, а ДК. Тщеславие, ты здесь? Тщеславие. Вот смотри, заходишь в центр, где босс валяется, и будешь тянуть Лока. Вот звезда. Этот, как его? МК, ты здесь? ДК. Погрею. Вот. Вот где мы сейчас стоим, ты уже отсюда будешь тянуть эту звезду сюда. Так что вы, РТСники, стойте, никуда не бежите. Понял. Пойду, потом будем заливать кружочек. Вот кружочек, потом мы будем заливать ШП. Это у нас ромбик. Ну, потом можем заливать полумесяц. А, ну, этот, кстати, еще лок чуть не забыл. Кто-нибудь из локов, он летаем. Либо черничка, давай ты по изгнанию кидай на полумесяц. У тебя там есть изгнание. Хорошо. Черничка, ты здесь? Покидаешь изгнание полмесяца? Там миксовать сферу можно. Я знаю, но все равно. Мне кажется, она не здесь. Черничка, что, кого бьем? А, ладно, я понял. Тогда он летаем. Ты тогда будешь держать черничку. Ой, черничку, блядь, тьфу. Полумесяц. Первым будем заливать звезду, я сказал, потом кружочек будем заливать, потом ромик будем заливать, а потом уже полумесяц, потом уже будем заливать саму лаквадратик. Ладно, после звезды скажешь. После звезды. После звезды кружочек. Да. Все, танк, давай со мной на позицию. Я опять напоминаю, никто туда не бежит. Вы стойте, где вы стояли вообще. Вам сейчас притянут эту звезду, чувак, как бешено ломить. Да. Мне тем более надо двоих взять. Так, все, полетели с тобой танки. И бегите туда, вам сейчас все перетяну. Пыльте там. И бейте звезду. Все, потом кружочек. Массовый диспел гер, диспельте. Так, там убежали сейчас мои мобы.
сколько я раз объяснял людям, блин, зачем вы в центр забегаете? Бейте там кружочек. Вы их ДКшники постоянно оттягиваете. Вливайте кружочек. Потом ромбик будете бить. Я пока не могу вычекать это заклинание. Надо подождать. Бейте ромбик. Жалкое зрелище. Потом будете заливать полумесяца. Надо подождать. Я пока не могу вычекать. Роман, беги. Вы с меня все мобы сорвали. Идите, ромбик. Ой, сейчас полмесяц заливать. Вы же, я вижу, квадрат тоже начинаете бить. Полмесяц бейте. Блять, не могу мобов забрать. Вы все кучно стоите, просто пиздец. Ты помочь? Здесь только контроль помогает. Никакие танки тут не помогают. Если дамагеры не контролят, а тупо дамажит, это хуйня получится. Да, там просто шаман стоял и, блин... И ну, мог бы побежать. Эти этот полмесяца. Или уже залили. Забейте квадратик. Квадратик бейте. Припало потом бейте. Так, бейте уже миликов, он не бегает, бейте их, шакула бейте. Потому что, блядь, уже все, я играть не могу. Оружие тоже желательно снимать с них, потом ДК бейте. Сейчас я поставлю метку, он уже рога сорвался. Как так? Бейте потом звезду. Кобылица, уйди. Тебя ДК убьет. Ты бейте потом Вилана. Поднимите потом Павша. Вы добивайте. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее. О, скорби. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего?
Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Так, отходите от сундука все. Давайте все к звездочке. Идите сюда. Тотем тоже там, пожалуйста, берите свои. А кто голый, иди сюда. А кто... О. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последний. Вон рыбка хавается. Плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Че темную возьмите? По поводу смены цвета я скажу. Свинопул дал, погнали. Правый танк полетел, да, стоп. Все, возьмите темное ШП, стоп, у нас еще ШП не взял. Кобылица возьми ты, Чарич тоже давай. Все, пошли. Такая летит, иди со мной, идет. Ну, беги. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Целый сейчас дождь, походу. Тебя оценили и признали ничтожеством. Ближе к себе это приди, дека. Скоростная способность. Меняйте цвет. Меняйте. Потому что, блин, видишь, этот как его щит на вальке. На моей. Пойти больше дамага, больше. Сорян. Я думал, каст темный. МК срываешь. Да, я вижу. МС Егор. Меняйте опять цвет, меняйте. Меняйте. И стольку. Ничего себе, да? Жестко. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Кафтер? Нет такого испытания, которое зачем мы бы не могли пройти сообща. О, а что, устроил, что ли? Гораздо больше. Сложите скорбь, и я подожду. Не рубианцы вас двигаются. Ну да, антешеп с угол ходить тоже слышал. Да я вообще трофирую. Ладно. Он на ПВП. Не, ну выбор, кстати, даже на ПВП он там. Он нужен только ДК и паладинам, и все. Тем, кому он идет. Продам, продал. Мы можем тебе его за 100 гп продать. Не, не сказал.
Я согласен за 100 ГП. Вот тебе уже покупатели есть. Какие народы, да и все, я тебе скажу, кто победил. Окей. Okay. А вы по робу... А, ну да. Ты, блин, хоть бы ролл написал. Ладно. Тщеславие может... А, нет, подожди, Тейлин. Он Тейлину отдавай и все. Угу. Один. Так. Наконец-то я поменяю свое говно 200 уровня. У Тейлина 91. Изабелла, у Тейлина 91, у тебя 27. Сингер, что там? Спасибо. Отпивайте свою ману. Сейчас дам каску. Тебе она не надо? А кто Галатяна надо? Ну давай тогда, кину. Кому она надо? Ну тоже кину. Ну все, я победил. Все, все готово, поехали. Вот что значит стабильность. Сразу только не рвайтесь. Поздно. Ладно. Чё бейте? Давайте еще ближе даже подведу. Его я сам собью. Сука. Ну хуй с ним, бейте босс. Что, закопали что ли? Угу. Не, у меня этот, блин, как его был. Можно Геру давать без зарывания переводить. Давай. Бейте мобов. Да, бейте, бейте мобов этих. Черничка, ты должна была в эту забежать. Бля, ты сейчас всех повайпишь, куда ты бегаешь за ним? Бывает. Это... Свингер, подними, пожалуйста, черничку, вайп подними друида в четвертой пати. Тогда Свингер поднимает друида в четвертой пати. А четвертой пати друид поднимает черничку. Ясно. Бейте пока этих мобов. Сейчас скоро босс появится, 8 секунд, 7 секунд, 6 секунд, 5 секунд. Секунда. А, ясно, значит не наебывает ДБ. Все, переводить этого босса. Я сейчас буду их в стороне танчить. Ого, только не хильте, дайте сначала рейду просесть. Рейду дайте просесть, шаман цепуха не кастуй. Кастуй только волной. Добивайте уже его, можете вообще не хилить.
Сейчас я зайду еще на шамана зайти. Ну, Вова. Власть. Власть она идет левым, да, я стрикаю, все. Заходите на ИП, ливайте 7 чарами. Такого мне ИП не надо. Блин, у кого там РЛ, передайте войду, я случайно, я забыл войду задать РЛ. Он там висит. Кудесница. Под кудесница отдай, пожалуйста, войду РЛ там. Ну ладно. Да, да, у кого власть? Кто-то заходит еще на ИП? Я. Я тоже. Дальше куда? Сейчас отдыхаем. Полчаса до РТ осталось. Зовите всех ВКонтакте, пусть на Лича заходят. Потом РС-25 гербут. На следующей неделе, кстати, я рейды не смогу собирать в пятницу. Так что, если что, собирайте их сами. Суббота я могу. Но если что. Я тоже могу в субботу. У тебя тоже пятницы не будет? Пятницу нет, скорее всего, не знаю. Вот тогда на рейсы выросит. Да, обычки в пятницу это такое дело. Так хм, чтоб кто-то сыграл в пятницу. А, хотя бы Олег может уже быть на следующей неделе. Его на этой сказали не будет. Все на ИП зашли. Вроде бы да, потому что хаба вон еще. И хаба здесь. Ну вроде все, я с Лчата в основном сказал еще. Может они и поливали.